И у нас так вдруг потеплело, что, думаю, можно и сегодня и демисезонные ботиночки обуть. Заодно и обновлю их. Заказывала их на AliExpress. Отделочный материал у них из кожзаменителя, прессового. А нос и пяточная часть из натуральной кожи. Ботинки яркие, при этом комплементарно сочетающиеся. Подошва у них гибкая, полиуретановая, не скользит. И ширина достаточная, чтобы лапки не замерзали, так как это хороший диаметр высоты от земли. В передней части шнуровка и сбоку молния. Колодка у них комфортная, каблук устойчивый. Внутренняя верхняя отделка из кожи, а внутренняя часть – обувной велюр. Ну что ж, я готова, а вам желаю хорошего дня, без преград, с хорошим настроением и легким настроем на успешные дела.